Если что-то нужно, поговори с командиром. Ну, в чем, собственно, проблема? Помолись за меня. Я просила Инария дать мне силы, чтобы побороть искушение. Но не могу удержать свои руки от воровства, будь то они одержимы. Когда слов недостаточно, поможет сталь. Держи ухо востро. Непокрытое тело клинок не отразит. Я ищу Харадрима по имени Донан. Я от его старого друга. Сейчас он, скорее всего, в крепости. Спроси стражника у двери. Скорее, иначе мы все пропустим. Пепел шел с неба дождем, и безумный хохот Астарота гремел, как гром. Люди пытались прятаться, но демон их чуял. Он загнал их в огненную клетку и приготовился пожрать. Как вдруг... Фуш! Яростный ветер задул огонь. Из дыма вышли три героя. И даже Астарот дрогнул, когда их увидел. Первой была Айрида. Она обрушила на демона дождь, играя на своей таларфе. Затем Нафейн взревел, как зверь, и бросился рвать Астарота клыками и когтями. Донан выступил третьим. Он пробил рукой грудь огненного демона и раздавил его сердце в ладони. Астарот издал крик, от которого лес содрогнулся до корней и рассыпался в прах. Так закончилась эпоха пепла. Он с сыном наверху в главном зале, но не отвлекай его надолго. Папа, мне надо сражаться вместе с другими рыцарями. Чему такая спешка? Я тут нашел мои старые харадримские фолианты. Останься, и мы вместе их почитаем. Несколько я могу взять с собой. У нас гость. Мы вернемся к этой теме. Тебе что-то нужно? Я с посланием от Ларата. Да, давно я о нем не слышал. Старик, наконец, спустился со своей горы... Чтобы сказать, древнее зло на свободе, демон Лилит. И вы уверены, так? Вы с Ларатом нашли что-то интересное? Может, это связано с тем, что ты видел? Да, я как раз собирался. В моей усадьбе стряслась беда. Но лучше поговорить об этом там. Иди осмотрись на месте. Потом я подойду, и мы все обсудим. А что до просьбы,
Иди в Брестек. Будь осторожнее, не отходи от других рыцарей. Ладно, не волнуйся. Света. Добрый человек, помоги старому солдату. А, спасибо, странник. Преступление против знаний. Добро пожаловать в поместье Преграды Огня. Я расследую то, что случилось. Донан разрешил осмотреться здесь. Происшествие? Это все, что он сказал. Должно быть, это он про свой кабинет. Там произошло нечто жуткое. Я знаю тебя, Донан. Ты постарел, устал. Каждый день новое разочарование. Что тебе нужно? Астарот. Он мертв. Его нельзя убить. Не твоей рукой. Что ты с ним сделал? Демон, изыди! Ты не тот, что прежде. Я верну тебе прежнюю силу. Убирайся обратно во тьму. Я сказал, прочь!
рог трубит. Нужно больше времени. Нужно больше времени. Злоногие. Никогда прежде не видел этих тварей так близко от усадьбы. Должно быть, их притягивает Лилит. Ее видение явилось мне в твоем кабинете. Что значит видение? Я не понимаю, как это работает, но такое уже не в первый раз. А ты умеешь удивить. Не мудрено, что Лорат тобой заинтересовался. Теперь ты видишь, что меня тревожит. В моем доме дочь ненависти. Она должна быть зла, что я ее изгнал. Кто еще изображен на той картине у тебя на стене? Почему ты спрашиваешь? Лилит ушла, когда их увидела. Нафейн и Айрида, друиды, они помогали убить Астарота. Да. Да, ты что-то нащупал. Я не поддался ей, так что она теперь может попытаться узнать о демоне у них. В деревнях неподалеку от мест друидов несут дозор рыцари. Если там проходила Лилит, они могли ее видеть. Только не в городе. Только не в городе. Ha!
хватает эссенции. Больше времени. Нужно больше времени. Еще не готов, нужно больше эссенции.
больше времени. Нужно больше времени. Нужно больше времени. Еще не готов.
нужно больше времени. Больше времени. Бес их задери. Крысы-переростки сломали еще одну ловушку. Весь лес обезумел. Мы туда снова не пойдем. Рогатая женщина в топях сеет порчу, если ты об этом. Да, она преследует друидов, победивших Астарота. А, там живет сумасбродный Нафейн. Мы уже пробовали его проведать. Мы добрались до Богланского круга камней, а потом появился волк друида и укусил одного из наших. У меня и так мало рыцарей. Я не собираюсь рисковать людьми ради дряни, что ненавидит собор. Он принимает нас за воров. Но как еще нам выжить? Нам нужна древесина для строительства, руда для оружия и дичь для пропитания. По-моему, он ненавидит нас только из-за Донана. Когда-то они дружили, а потом разругались. Пришли сюда бороться со злом. Но... я не могу бросить друзей. Ни здесь и не так. Мы сами не справимся. Они здесь! Если хотим выжить, придется сражаться. Thank you.
Нужно больше эссенции. Нужно больше времени. Держи, друг. Тут немного. Ну, хоть что-то. Вот. Это за труды. Ты заслужил награду. Первый раз вижу такого мастера боя. Бесок задери. Крысы-переростки сломали еще одну ловушку. Весь лес обезумел. Мы туда снова не пойдем. Рогатая женщина в топях сеет порчу, если ты об этом. Да, она преследует друидов, победивших Астарота. А, там живет сумасбродный Нафейн. Мы уже пробовали его проведать. Мы добрались до Богланского круга камней, а потом появился волк-друида и укусил одного из наших. У меня и так мало рыцарей. Я не собираюсь рисковать людьми ради дряни, что ненавидит собор. Спокойно, друг. Я не из рыцарей. Я ищу Нафейна, твоего хозяина. Поможешь мне? Хороший мальчик. Веди меня.
нужно больше времени. Нужно больше времени. Сам он не пришел. Трус. Он боялся, что Лилит ищет тебя. Он был прав. Да. Она сунула меня сюда. Меня уже не спасти. Просто отыщи демоницу. Я помогу. Иди на север. Она там. Что-то затевает. Ты еще успеешь ее остановить. Волк пойдет с тобой. Еще не готов. Нужно больше времени. Больше времени. Нужно больше времени. Больше времени.
барьер. Должен быть какой-то способ его убрать. Больше времени. Еще не готов. Под старыми ветвями висит сердце плод, разбухший от ненависти. Пусть же она зальет реки и норы. Это алая колыбель, слияние гнева. Нафейна стекает сюда. Я еще не готов. Ах!
больше времени. Ко мне, создание ненависти. У твоей новой добычи нежное мясо. Проклятие. Тварь ранена, но жива. Куда она уползла? Настали темные времена. Честная сделка. Нет, она ускользнула. И, боюсь, забрала с собой часть тебя. Зверя из твоей крови.
Как ты в этом замешан? Сделка с Лилит, чтобы уничтожить кающихся рыцарей. В обмен на что? Я сказал ей, где искать Астарота. Эльдхейм. Что? В ее присутствии я был сам не свой. Гнев поглотил меня. Сейчас остается одно. Покончить с порчей.